всегда. Мама, еще ничего не началось, уже плачет. Маша маленькая, вот это раз. А можно дать маленькой? Ну, конечно, уже достала, давай. Спасибо, скажи. Спасибо, скажи. Первый раз, я не Хотел сказать. Я видел, Азим. Азим хочешь взять, да? Да. Возьми, конечно. Как раз-таки примерно 3 недели назад я устроила такую маленькую голосовалку с вопросом о том, кому нужна дополнительная подработка. Больше 3000 человек ответило, что мне нужна. Я сказала про бесплатный мастер-класс менеджер Wildberries, а потом целый месяц меня спрашивали по поводу этой ссылки. Еще раз дублирую информацию. На самом деле работа несложная. Нужно заполнять от 5 до 20 карточек на Wildberries. Если вы переживаете, что ничего не знаете, вас всему обучат, и у вас все будет получаться быстро и качественно. Значит, от вас потребуется 1-2 часа свободного времени, наличие хотя бы телефона, большое желание научиться. Так как работа удаленная, график будет свободный, можете сделать свою работу в любое время дня и ночи. И вообще там настолько все просто, что, мне кажется, справится даже ребенок. На этой профессии можно примерно зарабатывать от 20 до 50 тысяч рублей в месяц, и это только с одного магазина. В месяц можно также осилить и 3-4 магазина. Профессия сейчас очень актуальная, на HH много свободных вакансий, без работы сложно остаться. И теперь подумайте, посчитайте, сколько смогли бы зарабатывать ежемесячно. Чтобы не терять время, можете прямо сейчас зарегистрироваться. Это абсолютно бесплатный мастер-класс. На нем вы узнаете, в чем заключается работа менеджера, как начать зарабатывать с нуля, где найти клиентов и так далее. Все это узнаете абсолютно бесплатно и только сегодня. Лопата. Вот это лопата. Так, вот это, да, наш? Нет, я вам сделал, мне надо чуть-чуть выше. Ну, грабельки тоже хорошие. Так, вот эти грабли возьмем, да? Я их позже вам закреплю. А какие лучше, Виталик? Вот эти. Там, где
Кати, бери Кати. Поднимешь ты его. Кати, иди. Иди, Кати. Давай, сын. Кати. Кати, Кати, Кати. Ну-ка, сынок, ко мне на Кати. Давай, ну-ка, сынок. Только придерживай, ладно? Вот, ну вообще-то это что, майский жук уже, что ли? Да, это я его поймала, мама. Бедненький, отпустите его, пожалуйста. Нет, да. А где канарейка, покажи. Котята. Где? Правильно, нажимай на нее, нажимай. Канарейка. Здорово, да? Так, а где у нас хомячок, Дашенька? Где хомячок? Вот. Покажи, где. Вот. Это котенок. Вот хомячок. Смотри, нажимай сюда, на кружочек. Детеныши морской свинки. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, из общего гробе живут дорога. Даш, тебе какая колясочка нравится больше? Вот это? Ну да. Ладно, мы определились вообще. Возврат. Вообще у нас дома драка из этой книжки. Сейчас расскажу, какие проблемы она нам решила. Во-первых, тут больше 500 звуков, фраз и вопросов. Далее мы знакомимся с окружающим миром, потому что все странички говорящие. Очень яркие сами картинки. Вот, тут очень много интерактива, 3 режима на каждой странице. И мне кажется, это достойная просто замена гаджета, мультикам. Очень удобно брать книжку с собой. Тут ее легко заряжать в машине. Одна кнопочка включать, выключать. Так что ребенку очень интересно заниматься. Он сам с собой часами сидит, и можно даже по дому все дела успеть сделать. Вот это? Да. Вот это. Домашние питомцы. Так, дальше нажимай на рыбки. Где у нас рыбки? Домашние покажи питомцы. Мне. Домашние. Ну-ка. Рыбка. Рыбка. Так, а где у нас канарейка, Дашенька? Рыбка. Ну-ка, нажимай. На серединку. Вот, канарейка. Правильно. Кстати, в книге есть 3 режима. Загадки, канарейка, громкость и информация про каждого зверька. Лес. Давай играть. Чей это голос? Где? Нажимай, дочерька. Ошибочка. Попробуй еще раз. Попробуй еще раз. Кстати, в этой серии нажималок есть еще 5 разных книг на разные темы. И про животных, как вот у нас, про транспорт, про окружающий мир, про цвета, про формы. Так что можно целую коллекцию собрать. Книгу можно купить на Marketplace, на Озоне, на Валберес. Мы брали на Валберес. Ссылочку я вам тоже оставлю. Если вдруг из VPN ссылка не откроется, можете написать в аккаунте Bertoys кодовое слово нажималка, и вам пришлют информацию. Сама книга идет в красивой такой коробочке. Там в инструкция, USB-провод. Это сама книжка. Мне кажется, это прям самый лучший подарок для любого ребеночка.
книжка. Все, спрятала книжку, да? Ну, давай спать тогда. Никак не можем надоесть наши куличи. Ну вот, в общем, осталось всего немного. Тут даже что-то огрызки дети оставили, как обычно. И мама еще рулет такой. Самый любимый вкусный рулет приготовила из ореха и изюма. Вот. В общем, осталось совсем чуть-чуть для полного уничтожения куличей. Красиво. Илюшкин цыпленок, да, такой симпатичный? Что, остаешься в садике? Угу. В таких рукавах, а, лето же! Конечно, лето. У всех лето, да, сегодня? Маша. Что, выкрашивать семечки, что ли? Нет, Даренечка, тебе нельзя, пока можно подавиться. Угу. Не надо. Это только маленькие бабуськи кушают семечки. Эй! Вы не бабуськи! Иди, Дуська! Будет каждый день.